Она не носила ни серег, ни колец, ни брошек. Она вообще презирала драгоценности. На ней всегда были строгие, почти мужские костюмы. Правда, они были великолепно сшиты, но все равно выглядели как некая униформа. Она была ортодоксальнейшим членом партии. Для нее не было середины. Она никому не давала поблажки. И себе в первую очередь. Это было тяжело для окружающих. Многие недоумевали, как они вообще уживаются. Веселый, контактный и доброжелательный Климент Ефремович и суровая, неразговорчивая, угрюмая Екатерина Давидовна. Она полностью превратилась в некую партледи. Сурово, прочее. Вообще, на самом деле, чтобы узнать, какая была Екатерина Давыдовна, достаточно посмотреть знаменитый фильм «Серовый. Девушка с характером». Катя Иванова, жена командира, которая представлена там, место которой Серова попала в Москву, это и есть Екатерина Ворошилова. Это ее образ. Он писался с нее, даже имени поменяли. Веками ходит по миру легенда. Существует якобы единый еврейский центр, который рассылает евреям, рассыпанным по всему миру, необходимые указания. И якобы на рубеже 20 века этот центр повелел еврейским женщинам выходить замуж за перспективных во всех отношениях русских мужчин. С тем, чтобы потом, когда эти мужчины достигнут властных высот, влиять на них, направлять их деятельность по руслу, которое нужно тому самому еврейскому центру. И действительно, в начале 20-го столетия множество еврейских девушек повылетало из своих местечек навстречу зову революционных труп и навстречу своей новой судьбе. Екатерина Давидовна была родом из села Мордаровка на Украине, из местечка, из той самой зоны, откуда евреям не разрешалось особенно далеко выезжать. Черта оседлости. Звали ее Голда Горбман. Она исправно ходила в синагогу вместе со своими родителями и мечтала о некой другой, новой, необыкновенной жизни. Поначалу мечты эти она реализовала вполне практично и приземленно. Уехала в Одессу и там обучилась специальности портнихи. Работа эта в какой-то момент свела Голду Горбман с пламенной революционеркой Серафимой Гопнер. Перед Голдой открылся новый мир. Мир революционных идей и революционной же романтики. От затхлого, унылого и лишенного каких-либо перспектив мирка черты оседлости, что у Голды просто захватывало дух. Молодая девушка погрузилась в революцию с головой. Результат не заставил себя ждать. Арест и последующая ссылка. Как эсерка, она была арестована царским правительством и попала в 1906 году в Архангельскую губернию на поселение. Естественно, началась любовь. И первая любовь ее была несчастливой. Она влюбилась в очаровательного мужчину, который имел большой успех у дам, Авеля Сафроновича Янукидзе. Грузин, из знатной грузинской семьи. Общался с роскошными девушками. Ему готовили блестящую партию. А она влюбилась без памяти. Какое-то время она летала будто на крыльях. А потом поняла, что беременна. Сначала, понятно, испуг, потом радость. Ребенок от любимого человека, что может быть лучше? Он, по всей видимости, считал иначе. О том, что произошло между Голдой Горбман и Авелем Янукидзе дальше, можно только предполагать. Она пришла и порадовала его, дескать, папой скоро будешь, милый. Тут-то он и был таков. Бросил ее, беременную, вот скотина. Ушел и не оглянулся. Все они такие, кататься любят, а вот как саночки возить, ищи ветра в поле. И что же она, бедолага? А что ей оставалось? Избавилась от ребеночка, взяла грех на душу. Аборт для Голды закончился неудачно. Теперь у нее уже не могло быть детей. Что может быть страшнее для женщины? Одна в ссылке, брошенная, искалеченная и физически, и морально. Что остается? Броситься с высокого берега в холодные северные воды? Нет, есть куда более удачный способ. В народе его называют так – клин клином.
Клин. Клим. Климент. Климент Ворошилов. Голда от него ничего не скрывала. Выложила все как есть. И про свой неудачный роман, и про бесплодие. Не самый это был хитроумный ход, если помнить о тех указаниях, которые якобы раздавал еврейским девушкам тайный еврейский центр. Да и избранник Голды тогда никак не тянул на перспективного. Простой паренек из Луганска. Родился в очень бедной семье. Отец – путевой обходчик, мать – поденщица. Образование по пословице – два класса церковно-приходской. Зато улыбался он чудесно. Пел так, что заслушаешься. И главное, влюбился в черноглазую, экзотичную и совсем не похожую на луганских девушек Голду. Да и та в ответ оттаяла, раскрылась. Союз получился очень крепким. Вплоть до того, что когда ее срок ссылки закончился, и она отбыла обратно на Украину, максимум, сколько она выдержала, это было полтора месяца. Полтора месяца без Ворошилова, она вернулась в ссылку. В недавно рассекреченном личном архиве Климента Ефремовича Ворошилова есть рукопись, которая так никогда и не была опубликована. В ней Ворошилов как раз рассказывает об этом периоде своих отношений с его тогда еще будущей женой. Вот что он написал. «Она приехала ко мне. Надзирающий за мной жандарм потребовал, чтобы она в течение 24 часов покинула поселок, как лицо формально постороннее. Тогда Екатерина Давидовна придумала такую хитрость. Из какого-то журнала мы вырезали портрет царя Николая, повесили его в комнате. Ко времени ожидаемого прихода жандарма собрали в горнице свидетелей, местных крестьян. Жандарм пришел, по обыкновению развалился на стуле и начал материться. Почему, мол, Екатерина Давидовна еще не покинула поселок? Тут я как гаркнул. Кто позволил сидеть и материться перед портретом батюшки-государя? Жандарм, увидев портрет, весь затрясся, побелел. «Не губите!» — запричитал. «Пусть Екатерина Давидовна живет здесь сколько хочет и свадьбу устрою, как положено». Так мы и поженились. В царской России, как известно, не было разделения по национальностям, только по религиям. Религий было много, но главенствующее положение, естественно, занимало православие. Когда Голда Горбман и Клим Ворошилов захотели жить в ссылке как муж и жена, им было предложено венчаться по православным традициям. Она была иудейского вероисповедания, он был православным. В 1910 году перед свадьбой, перед венчанием, она перешла в православие. Вот, взяла имя Екатерина. И состоялся их брак. Надо сказать, что для того периода шаг был очень непростой, очень сложный, вплоть до того, что на родине она была проклята, было создано ритуальное захоронение с ее именем, куда приходили ее родственники, отец, мать. Для них она считалась умершей. То есть потому что в системе тогдашних отношений еврейских общин был момент, человек, ушедший из иудаизма, перестает быть сыном Израиля. Следовательно, он как бы умирает. Тоже не очень-то это вяжется с мифическими заданиями тайного еврейского центра. Как бы то ни было, Голда, а теперь Екатерина, не задумываясь, сменила вероисповедание. Именно так. Не веру, а вероисповедание. Судя по этой легкости, она уже давно не была верующим человеком, так что для нее это стало в определенной степени формальностью. Куда более серьезными для нее стали другие перемены. Дело в том, что, выйдя замуж за Климента Ефремовича, Екатерина Ворошилова сменила и другую веру, революционную. Она простилась с эсерами и примкнула к большевикам. В 1917 году ее принимают в партию. И с тех пор большевизм становится ее главной верой, главной религией ее жизни. После революции она следует за мужем везде. В Луганск, где он создает первый луганский партизанский отряд. Под Царицын, где красные ведут ожесточенные бои с наступающей казачьей армией атамана Краснова. В Екатеринослав. И везде она не просто жена, она соратник, она помощница. Тогда в традициях было, что жена командира берет на себя заботу о детях, о женщинах, о стариках. И она справлялась великолепно. Посмотрите, какой она совершила замечательный поступок, описанный Арбатовым, историком, свидетелем того времени,
когда она приехала в Екатеринослав, ныне Днепропетровск, а там в Собесе работал некто Шаляхин, которого осаждали пенсионеры. Это пенсионеры еще царского времени. А денег не было. И вообще им, буржуям и контрреволюционерам, с точки зрения Шаляхина, ничего не полагалось. Он внес предложение, очень рациональное. Собрать их всех, построить крематорий, собрать их всех и сжечь там. Вот когда приехала Екатерина Давидовна и это услышала, Шаляхин был немедленно снят с работы, а всем пенсионерам царского режима выдали пенсию. Не менее интересно Екатерину Давидовну Ворошилову характеризует сохраненная в личном архиве ее мужа статья из «Белогвардейской газеты» от 10 ноября 1925 года. Вот что писали о ней идейные враги, а их мнение особенно ценно. Интересно, что Ворошилов выдвинулся до некоторой степени благодаря своей жене. Екатерина Ворошилова, элегантная, исключительно красивая женщина, познакомилась со своим будущим мужем в ссылке. Она смогла разбудить в политическом ссыльном духовные интересы. Его жена, которая была в Москве центром большого общества, доставила своему мужу большое количество друзей и тем самым, без сомнения, способствовала его назначению сперва командующим 1-й конной армией, затем командующим Северо-Кавказским военным округом и впоследствии наркомом по военным делам. Когда я занялась исследованием жизни этой женщины, то я вдруг прочитала однажды у Романа Гуля, уже в те времена, когда мне предоставилась счастливая возможность читать эмигрантские издания, как жена командарма Екатерина Ворошилова пролетает по Царицыну, военному Царицыну, на осадном положении находящемся, в авто и в каракулевом шикарном манто. И далее идет речь о том, что в роскошном доме уехавшего богача царицынского на огромной кровати спит жена командарма Екатерина Ворошилова. Образ роскошный и даже сексуально притягательный. Шикарная женщина, которая умудрялась следить за собой даже на войне. Активная, дерзкая, решительная. Что же произошло с ней потом? Откуда взялись эти полумужские костюмы, эта мрачность и замкнутость, о которых говорят все, кто знал ее уже в Москве в качестве одной из кремлевских жен? Куда, опять же, делась ее политическая активность, которая так и била ключом в начале революционных дел? Причин было две. Первую еще в 24-м году определили сами большевики. Тогда на партконференциях часто обсуждался так называемый «синдром комсомолок». Суть проблемы была в том, что молодые комсомолки, обзаводясь семьей, прекращали общественную и партийную деятельность, приостанавливали свой карьерный рост, погружаясь в дела семейные. Судя по всему, то же самое произошло и с Екатериной Давидовной. Дело в том, что у нее появился ребенок. Нет, не свой. Сирота. Его звали Петя. Екатерина сразу приметила этого хорошенького мальчика. Потом показала его мужу. «Какой кудрявый!» – умилился он. И вопрос был решен. Ворошилова Петю усыновили. И Екатерина Давидовна тут же окружила его такой любовью, которая иногда и родным-то детям не достается. Мы вообще не знали, что Петя не их родной сын. Мы этого совсем не знали. Я узнал это уже значительно позже. А тогда мы просто не знали. Мы уверены были, что это его сын. Тем более, что он так и немножко похож, склада такого же. На Климента Ильича и на Екатерину Давыдовну. Екатерина Давидовна холила его, обшивала. Благо, портнихой она была действительно великолепной. Откармливала, но не баловала. Этим занимался Климент Ефремович. Все дети, которые появлялись в доме Ворошиловых, впоследствии говорили, что это с ним можно было позволить себе все. Он сам с охотой участвовал во всех детских шалостях. С ней баловство не проходило. Дети сразу чувствуют взрослых, как это, более такой внешне, да, добрый, которым можно и пошалить, а другие построже. Ну, конечно, она нас не пугала, и меня не пугала, но чувствовала, что с ней особенно шалить это не стоит. При ней.
А ведь еще не так давно она была совсем другой. Веселой, раскованной. И истории-то из тех лет их совместной жизни с Ворошиловым вспоминаются все больше озорные, молодые какие-то. Петр Климентович, приемный сын Ворошиловых, например, много лет спустя рассказывал такой случай. Мы приехали в Ростов-на-Дону, 22-й год. Поселились на одной лестничной клетке с Буденным. Квартира большая, все вещи остались от прежних хозяев. Даже попугай, маленький беленький попугайчик. Он говорил по-французски. Климент Ефремович учил его петь интернационал. Буденные каждый день бывали у нас. Когда Семен Михайлович увидел попугая, он заболел. Хочу такого же. Однажды пришли они к нам обедать, и Буденный говорит, зайдем к нам на минуту. А вид хитрый и счастливый. Зашли. Видим, сидит на двери попугай. Белый, хохлатый, здоровый, с кривым глазом. И как выдал он концерт из отборнейшего мата. Буденный на него руками машет, а он ему... Женщины с криком убежали к нам, мужики на пол от хохота повалились. Оказалось, этого бандита привезли из солдатских казарм. До солдат он был у матросов. До матросов в кабаке. Внушительная биография. Читаешь этот рассказ Петра Ворошилова, и перед глазами встают образы его еще совсем тогда молодых родителей. Веселых, смешливых. Климент Ефремович весельчаком и балагуром слыл и в зрелом возрасте. А вот Екатерина Давидовна изменилась просто до неузнаваемости. По крайней мере, внешне. Поразительная вещь. У многих в сознании она осталась жесткой, холодной, строгой женщиной. Как, например, вспоминает Лепешинская, ей даже говорили, там, с женой Молотова общайся, а с женой Ворошилова лучше не общаться, очень строгая женщина. Каково же было удивление Лепешинской, когда она осталась не общаться. Интеллигентная, добрая женщина, принявшая большое участие в ее жизни. Оказывается, это вот некий такой момент кокона. Но зачем ей был нужен этот кокон? Эта защитная оболочка. От чего или от кого она пряталась в ней? Говорили, что Сталин недолюбливает жену Ворошилова. За что? Точно никто не знал. Предполагали, что причина крылась в той ночи, когда покончила с собой Надежда Аллилуева. Та вечеринка, с которой Надежда Сергеевна убежала, обиженная Сталиным, проходила как раз в доме у Ворошиловых. И Екатерина Давидовна сидела тогда за столом рядом с Аллилуевой. Кто теперь скажет точно, в чем причина тех перемен, что произошли с женой маршала Ворошилова? Как бы то ни было, с некоторых пор о ней все говорят лишь как о женщине весьма неприятного нрава, хмурой и закрытой. Она спряталась ото всех, кроме мужа, и, конечно же, детей. Они всегда были желанны в доме бездетной Екатерины Давидовны. Как, наверное, она была бы счастлива, если бы могла родить своих. Но судьба распорядилась иначе. Она, видимо, была задумана как мать большого семейства. Ей всегда не хватало шума детей в доме. Появилась Труда, ее племянница. Наверное, Гертруда ее звали. Появился его племянник, Климента Ефремовича. Появились дети Фрунзе. Михаил Васильевич Фрунзе умер от операции аппендицита. И его дети... оказались в их семье, в семье Ворошиловых. Поначалу вопрос об их дальнейшей судьбе ставится на заседании Политбюро. Кто-то из членов этого высшего партийного органа тогда спросил, кто будет их усыновлять? Ворошилов встал и сказал, я. Для него это был вопрос решен. Тем более, что Тимур и Татьяна, дети Михаила Фрунзе, уже и так некоторое время жили в их доме под крылом Екатерины Давидовны. А вот сплетники мгновенно откликнулись на этот поступок Климента Ефремовича. Я слышала, что это Ворошилов приказал врачам зарезать Фрунзе. Придумайте тоже. Зачем это ему могло понадобиться? Как это зачем? Метил на его место. Вот и подстроил все так, что тот во время простейшей операции скончался. Но он же потом взял на воспитание его детей. Совесть, видно, мучила. Но эти слухи абсолютно ничем не подтверждены. Это уже более поздняя инсинуация о том, что вот якобы... Ворошилов, замешан в убийстве Фрунзе, пытался загладить свою вину тем, что воспитывал его детей. Ничего подобного. Плюс ко всему, всегда, вот хотим мы этого, не хотим, да, заглаживаем эту вину, она всегда проявляется. И всегда бы проявлялся страх. Страх, что эти дети узнают
о том, что он замешан. Здесь этого не было. Это просто были дети умершего друга, которые остались сиротами. Разве можно было оставить их на совсем чужих людей? Екатерина Давидовна приняла их совсем нерастраченным теплом, со всей душевностью. Тимур и Татьяна всегда потом говорили, что она во многом заменила им мать. Теперь у нее была действительно большая семья, такая, как мечталось. И больше ей почти ничего не было нужно. Ей хватало семьи, забот о доме и ее партийной работы. Ей хватало того, что она собирает музей своего мужа. А вот она как-то тайно, но определенно держала такую партийную струну в семье. Такая ячейка была. И она в этой ячейке преобладала. Она была во главе ячейки. Недаром говорили большевики: семья – ячейка общества. Партийные ячейки, семейные ячейки, соты, улей. Трудовые пчелки революции, матка во главе, а рядом с ней дети, будущие строители коммунизма. В их желанном обществе правоверная большевичка Екатерина Ворошилова смягчалась характером, становилась более теплой и домашней. Но судьба вновь решила испытать Екатерину Давидовну. Еще не так давно элегантная и энергичная жена маршала, которая ездила по осажденному белыми Царицыну в открытом автомобиле, носила модные платья и разлетающиеся от ее быстрой походки шубы, заболела. В 27 году она пережила очень тяжелую операцию, и здесь очень много изменилось. Она стала сильно полнеть, ее внешность ей перестала нравиться, да и политическая ситуация в стране очень сильно изменилась, такого уже она не позволяла. Она уже, переехав в Кремль, потихоньку убирала вот эти вот, можно сказать, барские замашки, как тогда говорили, из своей жизни. И вот после болезни она полностью превратилась в некую парт-леди. Впрочем, парт-леди – это реверанс галантного мужчины в адрес женщины. На самом деле ее называли иначе – парт-тетя. И это было куда более точным определением для Екатерины Давидовны. Сам же Климент Ворошилов был по-прежнему весьма недурен собой. И, вне всякого сомнения, по-прежнему пользовался успехом у женщин. Женщины буквально преследовали его. Близкие рассказывали, что довольно-таки часто в доме звучали телефонные звонки такого рода. «Здравствуйте!» – раздавался в трубке молодой женский голос. «Позовите, пожалуйста, Климента Ефремовича». «А кто его спрашивает?» – задавала вопрос Екатерина Давидовна. «Его бывшая одноклассница». Невинным голосом рапортовала собеседница. Екатерина Давидовна вздыхала и привычно отвечала. Климент Ефремович никогда нигде не учился. Однако дамы не прекращали своих усилий. А Ворошилов был живым человеком. В какой-то момент этим решили воспользоваться. История сохранила на этот счет такую легенду. Жил в ГПУ такой Мессинг такой. Свирепый чекист, который был даже одним из заместителей Ежова. Мрачное существо, ну, как почти все они. И Мессинг, как говорит легенда, отправил свою стукачку, осведомительницу. Она была из какой-то, так много часто бывала в то время в ГПУ, дворянского рода, и, ну, ее, значит, легко было шантажировать и так далее. Ну и Ворошилов, как говорит легенда, не устоял. Однако, когда цель, казалось, была достигнута, и молодая красавица вошла к Ворошилову в доверие, произошло непредвиденное. Она рассказала ему все. Что флиртовала с ним по заданию, что вынудил ее к этому Мессинг, и что должна она была доносить на Ворошилова в ГПУ. Женщина Клименту Ефремовичу доверилась, как видно, почувствовав в нем человека доброго и отзывчивого. И, если верить легенде, не прогадала. Ворошилов был лихой человек. Между прочим. Ворошилов, значит, а любимое оружие Ворошилова был маузер. Вот маузер вот такой, как он есть. Вот он такой же настоящий маузер. Деревянная кобура. Вот эта кобура очень хорошая. Она, видите, даже с насечкой серебряной нитки. Тут очень красиво было. Вот и Ворошилов, значит, как говорит легенда,
Значит, примчался к Мессингу на Лубянку в кабинет, выхватил свой маузер и стал кричать, что я тебя сейчас застрелю, убью. И есть легенда, что Мессинг спрятался у него под стол. Ну, это, повторяю, легенда. Красивая легенда. Наверняка так. Потому что в противном случае она нашла бы отражение в дневнике Екатерины Давидовны Ворошиловой, который она аккуратно вела в течение многих лет. А может, и не нашла бы, потому что этот дневник явно написан с оглядкой, с мыслью, что его будут читать в том самом ГПУ или НКВД, где, если верить легенде, размахивал маузером лихой конник Клим Ворошилов. Она и не скрывает того, что ни о чем проблемном на страницах дневника говорить не собирается. Я пытаюсь писать воспоминания из моей жизни. Это ни к чему не обязывает. Каждый человек может писать о своей жизни. Моя писанина носит очень узкий, описательный характер. Скольжение по поверхности событий. Несмотря на это, дневник супруги маршала очень многое позволяет понять и в характере самой Екатерины Давидовны, и в том, каковы на самом деле были ее отношения с мужем. Особенно если читать между строк, продираясь сквозь партийно-коммунистическую лексику, которой изобилуют строки дневника Ворошиловой. Это, в общем-то, был союз двух любящих сердец, двух преданных друг другу людей, которые, в общем-то, и заботились, и опекали друг друга. И, в общем-то, у них была такая, так сказать, душевная, сердечная связь и понимание. И, в общем-то, это и были как бы единомышленники идеологические, что ли, в смысле, так сказать, преданные коммунистической идее. И в то же время люди лично друг другу достаточно близкие. Вот. И этот дневник, он как раз отражает вот эту, так сказать, эту данность. Январь 49-го года. Екатерина Давидовна пишет. 1949 год начался не очень благополучно. Благодаря шалости ребят у елки 7 января возник пожар и сгорела дотла дача. Счастье, что дети остались живы. Огромная дача Ворошиловых действительно выгорела вся. Погибла мебель, почти 6 тысяч томов книг, картины известных художников, которые те дарили Ворошилову. Множество дорогих сердцу Екатерины Давидовны вещей и вещичек. Но более всего она сожалеет не об этом. В своем письме внуку Климу, который, будучи самым старшим в атаге ребят-поджигателей, несет, по ее мнению, за сгоревший дом особую ответственность, она поминает и картины, и книги, и прочее. А вот после, в дневнике, уже для себя самой, она с печалью пишет о другом. Особенно больно вспоминать о сгоревших письмах, о чем я внуку не написала. Сгорели почти все письма Климента Ефремовича, написанные им мне в разные годы. Чувствовала, что они любят друг друга, что общались хорошо очень. Надо сказать, что, может быть, она даже в семейных делах так немножко главенствовала, мне кажется. Возможно. Климент Ефремович вообще в быту был человек довольно такой простой, общительный, простой, любил и пошутить, любил песни петь, у него хороший голос был, он пел русские песни. Вот, литература увлекалась, у него книг много было, которые ему дарили писатели, там, художники. Кто-то усмехнется на эти слова Степана Микояна. Два класса церковно-приходской школы, какие уж тут книги. Если только для красоты интерьера, для того, чтобы полки пустыми не стояли. Оказывается, не совсем так. Екатерина Давидовна приучила мужа читать не только классиков марксизма-ленинизма, но и просто читать. Причем довольно-таки сложную философскую литературу. Читает Гегеля, делает пометки на страницах довольно интересные, довольно очень умные. Да? Человек, который творчески подходит, например, у него в библиотеке хранится «История войны», еще с пометками Петра Великого, издания 1667 года, и где вложены странички с очень интересными мыслями Ворошилова. Он постоянно сам тяготился тем, что он мало знает о современных войнах, а вообще ведении войн. И, к сожалению, это сказалось в годы Великой Отечественной войны. Ворошилов был уже не молод, как ни крути, мало образован, да и мыслил-то по старинке. Задача маршала – тактика и стратегия, творимая над картой в штабе.
Ворошилов же, будучи командующим Северо-Западным фронтом под осажденным немцами Ленинградом, сам повел солдат в атаку. Был ранен. Поступок смелый, тут ни отнять, ни прибавить. Но подходящий для командира младшего или среднего звена, никак не для маршала. Сталин, узнав об этом эпизоде, Ворошилова с фронта тут же отозвал. В политбюро только двое. Он и Молотов по-прежнему называли Сталина «Кобой» и «на ты». Но на самом деле близость Ворошилова и Сталина все больше становилась чисто внешней. На людях во время праздников и парадов они по-прежнему были рядом, единым строем. Как только праздники заканчивались, Ворошилова отправляли на задворки советской политики. Сталин как бы стал его в тень отодвигать после финской кампании 1939-1940 года. Его, так сказать, собственно, и обвинили в том, что эта кампания прошла для Советского Союза не так гладко, как планировалось, были огромные жертвы и так далее. И, в общем-то, Климент Ефремович уже отходил в тень. Ему поручили в Совете министров СССР вести вот вопросы культуры. Он был заместителем председателя Совета министров по культуре. Ворошилова уже не приглашают на ночные посиделки на ближнюю дачу Сталина. И он искренне терзается этим. Не спит допоздна, представляя себе, как в это время в Кунцево сидят за столом, разговаривают, поют или смотрят кино. И переживает Ворошилов не потому, что его отстранили от власти. Это трудно представить, но и на вершине люди остаются людьми. Если вас начал удалять от себя человек, с которым вы искренне дружили в течение многих лет, у вас болит душа в первую очередь именно потому, что дружба умирает, а не власть выскальзывает из рук. Он с Натальей познакомился очень рано, во время героической, бесспорно, обороны Царицына в 18 году. Были под огнем, и были в окопах, и в особенности Ворошилов, чего только не пережили. И он к Сталину привязался, тем более Сталин был весьма обаятельный человек, к себе располагать умел всю жизнь, кроме последних, может быть, лет, самых таких тяжелых, он был болен, очень сильно болен уже, и не вполне собой управлял. И Ворошилов всю жизнь предал Сталину. У Гоголя в «Мертвых душах» гениально подмечено, что если в народе прилепят к кому какое слово, пристает оно навсегда. И не только к самому человеку, который получил это прозвище, но и к детям его, и к внукам. Так вот, если определять одним словом суть личности Климента Ворошилова, то это слово было бы таким – преданность. Хорошо это или плохо, когда речь идет о преданности Сталину? Наверное, несмотря ни на что, хорошо, потому что веками ценилась именно преданность и презиралось предательство. Но и такая беззаветная служба не может быть стопроцентной защитой. Ворошилов это знает прекрасно. Вышел у хозяина из милости, жди беды. Как следствие, семья Ворошиловых с некоторых пор живет в постоянном ожидании ареста. Все это не может не сделать и без того неулыбчивую и строгую Екатерину Давидовну еще более хмурой и замкнутой. 45-й год, зима, конец года, мы проездом в Москве. Очень тяжелый перелет на кукурузнике. Я едва жива, я знаю, что вот просыпаюсь утром, сегодня придет дядя Петя Ворошилов и отправит меня к его маме. А моя мама будет занята. Лариса Васильева была тогда еще совсем мала. Но дядю Петю Ворошилова помнила хорошо. Он бывал у них в доме, приезжал к ее отцу, танковому конструктору, одному из создателей знаменитого танка Т-34. И вот он возникает на пороге, ведет ее полусонную на улицу, сажает в машину и привозит к себе домой, в квартиру маршала Советского Союза Климента Ворошилова. На голос сына выходит его мать, Екатерина Давидовна. Она не улыбается, не заговаривает с ребенком так, как обычно это делают благодушно настроенные взрослые, а лишь здоровается и ведет их за собой в кухню завтракать. Я очень запомнила белый хлеб и колбасу. Я ничего подобного до сих пор не ела.
Это была обыкновенная круглая колбаса с жиринками. И налила мне чаю. Но чем она меня поразила, это своим халатом. И весь он был в райских цветах и птицах цветных. И вот этот халат на грузной, очень старой, по-моему, женщине, на самом деле она была много моложе, чем я теперь, мне очень запомнился. Потом, когда мать Ларисы освободилась от своих дел, девочку вернули домой. Больше Екатерину Ворошилову она никогда не встречала. И запомнила ее именно такой. Неприветливой, неулыбчивой женщиной в роскошном халате с райскими птицами. Когда образовалось государство Израиль, она сказала: «Ну вот теперь и у нас есть родина». Надежда Ивановна, жена Петра Клементьевича, рассказывала мне такое. Я обомлела. Правильная, партийная Екатерина Давидовна признается в том, что у нее, как у еврейки, есть родина. Значит, это у нее не родина. О ней есть сведения, которые опубликованы в краткой еврейской энциклопедии. Она у меня есть. И там есть о ней упоминание, что якобы, когда образовалось государство Израиль, а, как известно, Сталин поддерживал образование этого государства, то якобы она сказала: наконец-то у нас есть родина. Это опубликовано в еврейской энциклопедии в 8-м томе в Иерусалиме, она сдается на русском языке. И это пошло гулять в том по разным популярным изданиям. Нужно сказать, что никаких документальных подтверждений этого нету. Наконец-то у нас есть родина. Могла ли думать так еврейка из местечка, отрекшаяся от веры предков, проклятая раввином и похороненная родственниками? Могла. Могла ли она произнести эти слова вслух, да еще при свидетелях? Вот это вряд ли. Судя по тому, как аккуратно выверяла Екатерина Давидовна каждое слово в своем дневнике, ничего подобного этой умной и осторожной женщине и в голову не могло прийти. А я слышала, что ее чуть не посадили, уже и дело завели. Ну и что, не посадили ведь? Так он стрелять начал. Кто? Ворошилов. Вытащил свой маузер и начал палить во все стороны. Говорит, жену не отдам. Опять маузер. И охота вам верить во все эти россказни. А ведь верили, и не без удовольствия. Были даже вариации на эту тему. Вместо маузера правому коннику Ворошилову народная молва вкладывала в руки шашку. Но это действительно был народный фольклор. Никто Екатерину Давидовну не арестовал. А уж если бы захотели, то арестовали бы. И тогда никакой шашкой Ворошилов бы не отмахался. Времена шашек давно канули в прошлое. Уходило и время самого Климента Ефремовича Ворошилова. Хотя он до конца дней остался человеком очень политически активным. Светлана Сталина, она вспоминает, что любое там застолье происходило, так сказать, под аккомпанемент, так сказать, вот этих политических речей, которые он произносил за столом. То есть любое там какое-то семейное торжество, он начинал, так сказать, с обзора политического момента. Минут на 40, так сказать, обозревал коротенько, вот, что творится в мире, что творится в советском государстве, что делает товарищ Сталин и так далее. Смерть Сталина Ворошилов перенес очень тяжело. Она стала для него настоящим ударом. По инерции он еще лавировал в узких и по-прежнему опасных коридорах власти, но уже без прежнего энтузиазма. Да и возраст брал свое. А следом за смертью друга и вождя судьба нанесла Клименту Ворошилову еще более сокрушительный удар. Жена, женщина, с которой он прожил вместе столько лет, вырастил детей, пусть не своих, но любимых, а потом внуков. Екатерина Давидовна заболела. И на этот раз все было совсем плохо. Екатерина Давыдовна очень долго скрывала от мужа свою болезнь. Даже шутила, у меня появился рачок. Только Климке об этом не говорите. Она всячески пыталась его оградить. Пока болезнь еще не особо давала себя знать, Екатерина Давыдовна продолжала работать. Она вообще не любила сидеть дома. В ее дневнике читаем:
Месяца два я не работала. Настроение в это время у меня было неважное. Наша молодежь и друзья в один голос советовали оставить работу, сидеть дома, писать воспоминания и так далее. Словом, советовали записаться в архив. Ну, работала вот в музее Ленина. Я в свое время там в Институте марксизма-ленинизма работал. Я знаю таких вот этих партийных теть там. Они там сидели, фонд Ленина там сохраняли. А потом болезнь начала брать свое. Рак оказался сильнее медицины. До самого последнего момента Екатерина Давидовна не хотела уходить из дома. Жена Петра Климентовича Ворошилова, Надежда Ивановна, вспоминала. Это был 59-й год, апрель, тяжелая весна. Она лежала на даче. У нее был пост из врачей и медсестер. И он заболел. Сильный грипп с высокой температурой. Так и лежали. Она в комнате направо, он в комнате налево. Выкарабкался Климент Ефремович. Екатерине Давидовне все хуже и хуже. Началось кровотечение. Она просила врачей, чтобы никаких подробностей о ней ему не сообщали. Наконец, так ей стало плохо, что собрался консилиум и решил перевести ее в больницу. Сказали ему, в мягкой форме. Но он понял. Попросил разрешить ему пройти к ней. Мы все, и врачи, и я, и мой муж понимали, это их последнее свидание. Он сел на краешек ее постели. Она взяла его за руку. И не сговариваясь абсолютно, как вспоминает персонал, как вспоминают родственники, просто запели. Запели вместе. У обоих был очень хороший музыкальный слух. Они вспомнили, когда они были в Петербурге, свои золотые годы, расцвет их любви, можно сказать, их медовый месяц в революционном, бурном потоке жизни. Они дуэтом запели, глядя на луч пурпурного заката. Они пели чисто. У них были хорошие голоса. И все слушали. За дверью, в дверях, в палате. И все плакали. Потому что это не Ворошилов пел, и не его жена, а пели двое любящих, расстававшихся навсегда людей. Через несколько дней Екатерина Ворошилова умерла, оставив Климента Ефремовича одного. Он пережил ее на 10 лет. Все еще был очень бодр. Пока оставались силы, продолжал заниматься спортом. Жил по большей части за городом. Дети и внуки приезжали к Ворошилову часто. Клим и Володя на магнитофоне, а тогда он был редкостью, проигрывали записанные шутливые обращения к деду и музыку. Все смеялись. А Климент Ефремович сердился. «Выключите эту штуку!» Выключали и запевали сами. Тогда и Ворошилов начинал похрипывать в такт слова знакомой ему же посвященной песни. «С нами Ворошилов, красный командир». А потом вдруг замолкал, сидел, опустив голову, вздыхал. «Эх, жалко, жена померла».